Зачем ты врала? Чтобы тебя защитить. От чего? Я хотела, чтобы ты вырос счастливым и нормальным. Я похож на нормального, мама? Скажи мне все. Сейчас. Когда тебя украли, я решила, что это сделала она. Когда тебя украли, я решила, что это сделала она. Хелен. Я нашла ее в нашей квартире. Она была вся в крови. Мы все подумали, что она сошла с ума. Но это сделала не она. Это сделал он. У него были на тебя планы. Он выбрал тебя, одной из своих жертв. Он хотел сжечь тебя на этом костре. Но она тебя вытащила. И вернула мне в руки. Я думала, на этом все закончилось. Я думала, все закончилось на этом костре. Мы поклялись не произносить его имя. Но кто-то нарушил клятву. И он нашел меня.